Дорогие друзья, сегодня в Томске мы рады приветствовать участников телефестиваля научно-познавательных и просветительских программ «Разум. 21 век». История Томска, томской науки неразрывно связана с развитием и освоением космоса. Родом из этого города российский космонавт, дважды Герой Советского Союза Николай Рукавишников. Николай Николаевич участвовал в передачах Всесоюзного радио для школьников. Интерес к космосу не пропадает и сегодня. Во многом этому способствует телевидение. В настоящее время в России происходит возрождение научно-познавательного телевидения, основу которого заложили программы выдающегося ученого и просветителя науки Сергея Капицы. Свою лепту в развитие интеллектуального телевидения вносит и Томский телефестиваль, который проходит уже в пятый раз. Желаем участникам телефестиваля интересных дискуссий, новых телевизионных находок и побед. В добрый путь! Поехали! С борта Международной космической станции командир 36-й экспедиции Павел Виноградов и борт инженеры Александр Мисуркин и Федор Юрчихин.